Так интересно, она уже вышла несколько дней как, и так радостно, когда взор каждый раз с ней встречается, и ощущение такого праздника, сказки, волшебства, и ощущение праздника именно такого, какое дарит песня, что такое день рождения. Она каждой своей линии, каждым цветом она прямо излучает тот сказочный день рождения, с которым можно познакомиться благодаря песне. Восхищает в картине буквально все. На нее смотришь, и ощущение настоящей близости сказки. Вот они, вот он, дельфиненок, прямо передо мной. Так старательно делает подарок своим друзьям. Столько у него любви в его взоре. Столько отношения к тому процессу, которым он сейчас занят. Такой необыкновенный торт восхищает и своими размерами, и формой, и необычностью красок. Настоящий такой сказочный подарок. И ощущение близости дарит, ну, сама атмосфера. Смотришь, и такие близкие, такие яркие, такие праздничные кораллы прямо здесь. И в то же время ощущение такой глубины, благодаря такому пространству, которое туда вот так дальше расстилается, такое ощущение сказочных просторов, таких родных, таких красивых и необыкновенных. И сколько радости живет в этой картине, столько света, все прямо залито солнечным светом. Смотришь на любой фрагмент картины, а он излучает свет, он наполнен светом. Так красиво переливаются цвета, просто настоящая сказка, настоящее волшебство. Хочется вглядываться, всматриваться и встречаться с этой необыкновенной красотой.